Добро пожаловать на канал интернет-магазина «Планета Страйкбола». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный автомат GC18 Mod 1 производства компании G&G поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, сам страйкбольный автомат, бункерный магазин, набор заглушек на планке Пикатинни и пластиковый шомпол. Страйкбольный автомат GC18 Mod 1 от компании G&G выпускается в различном цветовом исполнении и является копией 5,56 мм автоматического карабина МК-18 Mod 1, состоящего на вооружении подразделений специального назначения армии США. Главными особенностями представленного страйкбольного автомата являются наличие квадрейл-цевья по бокам сверху и снизу, на котором имеется интерфейс стандарта Пикатинни, позволяющий устанавливать на автомат лазерные целеуказатели, тактические фонари и блоки типа ANPEC, а также рукояти переноса огня. Сверху на верхнем ресивере также имеется планка стандарта Пикатинни для установки оптических и коллиматорных прицельных приспособлений. Кроме того, автомат имеет необычные формы дульное устройство с возможностью крепления приборов для бесшумной стрельбы с быстросъемным креплением стандарта AAC. Страйкбольный автомат GC18 Mod 1 от компании G&G комплектуется гирбоксом второй версии. Отсек для размещения аккумулятора расположен в прикладе. Для того, чтобы получить к нему доступ, необходимо утопить фиксаторы тыльника приклада, снять его и заглушку. Внутри трубки приклада располагается разъем мини-томия с предохранителем. Модель изготовлена из металлического сплава ударопрочного пластика и стали. Из металлического сплава выполнены дульное устройство, цевье, внешний ствол, прицельные приспособления, верхние и нижние ресиверы, рычаг взведения и трубка приклада. Из ударопрочного пластика пистолетная рукоять и приклад. Из стали магазин, антапка и отдельные элементы конструкции. Тыльник приклада резиновый. GC18 Mod 1 оборудуется телескопическим регулируемым 6-позиционным прикладом типа крейнсток. Для того, чтобы раздвинуть приклад, нажимаем на фиксатор, сдвигаем приклад в нужную позицию и фиксируем приклад. В комплект поставки входит 4 заглушки на респланке. Для того, чтобы надеть заглушку, потребуется нажать на фиксатор и насадить заглушку на платформу. Для демонтажа также утапливаем фиксатор и сдвигаем заглушку вперед. Переводчик режимов огня флажкового типа левосторонний, имеет 3 положения. Положение сейф, когда предохранитель включен. Положение семи для ведения одиночного огня и положение ауто для ведения автоматического огня. Регулировка хоуп-апа осуществляется через окошко имитации выбрасывателя. Для того, чтобы получить доступ к регулировке, потребуется оттянуть назад и удерживать рычаг взведения. Здесь мы видим рифленое колесико, поворачивая которое по направлению движения часовой стрелки, мы увеличиваем степень подкрутки шара. Штатные прицельные приспособления представлены в виде складных мушки и диоптрического целика. Целик имеет регулировки по вертикали и горизонтали. Мушку можно настроить по вертикали при помощи мушковерта. Для того, чтобы разложить прицельные приспособления и сложить целик, дополнительных усилий не потребуется. А вот для того, чтобы сложить мушку, необходимо предварительно зажать фиксатор слева. При необходимости прицельные приспособления можно демонтировать, ослабив болты под шлицевую отвертку. Для крепления карабинов оружейных ремней в основании трубки приклада имеется двухсторонняя антапка. Кроме того, можно продеть оружейный ремень и в щели в основании приклада. Для того, чтобы установить магазин, необходимо вставить его в шахту магазиноприемника вверх до щелчка. Для извлечения необходимо нажать на клавишу экстракции, после чего он сам выпадет вниз. В комплекте поставляется стальной бункерный магазин. Для того, чтобы заполнить его шарами, потребуется открыть крышечку сверху и засыпать шары. Для того, чтобы шары попадали в подаватель, необходимо регулярно подкручивать колесико на пятке магазина.